Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. У королевы рок-н-ролла Тины Тернер очередной день рождения. О возрасте королевы мы, как джентльмены, говорить не будем, потому что любая королева вне времени, а королева рок-н-ролла так-то вообще по статусу обязана быть вечно молодой. Такого мощного и экспрессивного голоса я мало у кого слышал. Она меня всегда впечатляла своим напором. Но отметить, конечно же, я хочу ее выдающийся хит «The Best». Только за одну эту песню ей стоит поставить памятник. Пела она в этой песне о ком-то, а получилось, что слова этой песни относятся именно к ней. И поэтому в этот день я хочу пожелать ей здоровья и сказать: «Тина, you are simply the best». Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук.